Подожди, Лиса, это ты? А чё ты такая? Лиса, это ты? Мне очень важно было быть 12-летним сексом. Макияж. Вот как я ебу в жопу кошки. Ооо! Наконец-то! Мне нравится! И которые лизали тебе спину. Всем привет! Настало время годного контента на Ютубе. Впрочем, ничего нового. И сегодня вместе вот с этими вот воистину шаловливыми бабёнками мы будем делать что-то очень... Неприлично. Очень неприлично. Третий раз мы будем смотреть наши зашкварные фотки. На самом деле, небольшой дисклеймер. Это было давно и неправда. Ладно, подписывайтесь на мой канал. Тык. Включайте себе уведомления о публикациях. И подписывайтесь на наш канал тоже. Да. И приступаем. Нет, все, давай обратно. Что? Рина! Я удивлена, что здесь нет парня, снизу вижущего твою спину. Парень есть. Вот это круто, невозможно. Не облизнулся. Серьезно? Не хватает. Давайте на фотошопе здесь пацана, который делает, который лижет ей спину. Нет, но на самом деле вот это вот уже мой парень был. Да, я встречалась со странными парнями. Подожди, ты какой по счету уже? У меня было много парней. Но у нас ничего не было. Кончайте, девочки, кончайте со мной шутить. Было очень много просто парней, с которыми просто я за ручку гуляла. И которые лизали тебе спину. На которой нарисованы писи. Да, это жестко. Подожди, Лиса, это ты? А чё ты такая? Лиса, это ты? Что у тебя? А чё ты ебаная такая? Я же говорила, что я любила раньше солярий. Я реально была такого цвета, потому что у меня под домом был солярий. Я каждый день после школы ходила в солярий на 15 минут, каждый день. Моя кожа была просто, я не знаю, цвет от чего. Шоколад, наверное. Ну да, тут видно. Охренеть. А еще ладошки, смотри, вот эта часть кисть белая. О, да! О, да! Покажи мне тигра! Это именно то. Покажи мне страсть. Я вообще не знала, что у меня есть подобные фотки. Типа, я ее случайно нашла, я такая, ничего себе, у меня вот такое есть дерьмо. Типа, где я такая, типа, тигрица, да, ползу по полу. Покажи мне страсть. Я думала, такое... Но заметьте, у меня лицо, как будто кто-то навонял. Да-да-да, такая, вроде львица, но такая, типа... Как отпугнуть львица запахом? Три совета, да? Что происходит? Чаепитие! Это водка-питие! Ты в чайник наливала! Подожди, это вообще детский, это детский чайник из детских игрушек для детского набора. Для кукол. Ты пила водяру? Нет, нет, я не пила. Я просто знала, что вам понравится эта фотка. Я не помню, то ли это был его день рождения, то ли это был мой день рождения. Я честно не помню, потому что это было очень давно. Вот, и вот они там в подъезде, у меня просто... Я с очень плохой компанией связывалась. Вот, и у меня очень намного взрослее были чуваки в компании, поэтому... Но я, кстати, вот несмотря на все вот эти фотки, то вы сейчас подумайте, что там все очень плохо. Я была очень хорошей девочкой. Вот прям, прям очень хорошей девочкой. Мама, я чай пью, это чай. Чаепитие в подъезде у нас. Мама, ты меня шмалит, но это в подъезде чаепитие. Это все чай. Золотая чаша, золотая. Это ведь моя любимая золотая чаша. Ооо, наконец-то, мне нравится. Как у тебя дома оказалась курица? Где ты взяла курицу? Да. Нет, это первый вопрос. Второй вопрос, что у тебя с глазами? На Новый год курица. Это был год петуха, и наша семья решила заказать курей, чтобы с ними пофоткаться. Чё бы нет? А чё бы нет? И там был какой-то боевой петух, который на всех нападал, и я попыталась его приручить. Да, я вижу по твоему лицу. Вот тебя уже пару раз клюнул в темечко, видать, ты отключилась. Ну, поэтому я стала блогером. Хочешь эту фотографию рядом с тобой тигра поставить? Да, где такая... Вот тут из-под елки вылазит такая, типа, петух. Что делает у тебя петух? Воняет? Покакал? Покакал? Что происходит?
Я хотела сделать фотку, когда Санса была маленькая, я хотела ее поставить себе на голову, вот сюда посадить, чтобы она сидела. Зачем? Ну, я думала, мило будет, если у меня на голове вот тут на макушке будет сидеть кошечка. Нет, это не мило. И она у меня... И она сначала сидела, а потом свалилась и прям жопой мне в нос. Такая вот фотка, где я нюхаю в жопу кошки. Это ревизора начала. Короче, у меня был очень... Блин, ну вы знаете, я странная. Да, мы догадались. Вот, у меня были всякие разные штуки, которые я придумала. Вот я ходила и голосовала. Хлеб, да. Водка, нет. Кефир, да. Там, например, майонез, нет. И делала такие селфи с продуктами. На этом магазине на тебя смотрели, думали, опять эта дебилка пришла. Типа, опять, господи, как она задолбала. Она точно ничего не ворует. Ставьте лайк или дизлайк. Лайк, да, дизлайк, нет. Боже мой, то как тебе мозгов это хватило? А потом она купила вот эту вот водочку, которая показывает, нет, и разливала в детские кружки. Да-да-да-да-да-да. Все фотошоп. Хейтеры говорят фотошоп. Помолись, мой нежный ничего. Ты даришь запах орхидей. Вот. Такие вот чувства. Подожди, это лично или тилька? Я понять не могу. Да, да. У тебя тоже, да, есть такие шаловливые фотки? Весьма любознательные, я бы так назвала. Минуточку. Прошу обратить внимание, где рука лисы. Вот так вот, не будете мне теперь вот это вот припоминать. Нет, это мы будем припоминать. А я тебе буду вот это припоминать. Вот так. Не знаю как. Что ты делаешь? Лиса, ты не хочешь объясниться? Ну, подростковый период у всех проходил по-разному. Все подростки весьма любознательные и любопытные. Так. И мне тоже было интересно исследовать то, чего я не исследовала, да? Вот у нас либо очень много подписчиков новых появится после этого видео, либо все уйдут. Прикладная? Хочу это на аватарку себе поставить. Дениса, я не вижу. Это просто хороший ракурс. Знаешь, есть этот челлендж, когда ты снизу себя снимаешь, ты жирная, вот, а потом понимаешь, что ты такая секси, а у меня наоборот. Снизу снимаешь, у меня появляются сиськи, а понимаешь, они исчезают. И Денис такой, чё? А чё, так можно было? Забирай меня скорей, увози за 100 морей и целуй меня везде, 18 дней уже. Ой. Тинька, я не ожидала от тебя такого. Ай, это ты зубом опухший кролик. Ты такая милая, прям как я в детстве. Покусанная пчелами, Лиза. Такие же щеки. Зачем ты засунула свою голову в улей к пчелам? Мне было интересно узнать, как живет пчелиная матка. Вот ты узнала, видимо. Пчела-матка. Мне не понравилось. И главное, что палец вверх. Да! Вырывание зубов, нет. Да! Селфи в зеркале, нет! Рина бы одобрила. Что ты думаете, что это такое? По волосам это тилька. С этим определились. А что в животе? Еда? Да. В животе паста карбонара. А это ты где находишься? Что за странное помещение сзади? Вообще, как будто это купе этого поезда. Это номер в гостинице, мы пришли, мы вернулись из ресторана, и я съела две тарелки, короче, я съела одну карбонару и эту лазанью. Я очень объелась настолько, что у меня живот вот он, вот да, обычно, обычно у меня вот так, а вот настолько у меня вырос живот, я как беременная. Охренеть. И я такая думала, по приколу с водкой. Интересно, что ты потом родила? Чё-то коричневое. Подожди, это Лиса? Это ты? А вы голые? Нет, мы не голые. Вы в лифчиках? Мы в платьях. А почему их так, не видно? Да, такое ощущение, что их там нет. Потому что кропнутая фотка, вырезы сильные. Почему фотка похожа, как будто она из... Я... Почему у тебя такое похабное лицо? Потому что я думаю, что я тигр. Что ты секси? Да. Я же говорю, что для меня очень важно было быть 12-летним сексом. Макияж-то, макияж-то. У меня ассоциация одна. Фильм для взрослых.
Прям очень такая хат-фотка, и ты... Ну, реально такое ощущение, что вы там без платья, вы, да? Вы просто не видите лица этой девочки. Оно, может быть, так и есть, она поэтому ее и кропнула, чтобы потом спихнуть на то, чтобы это платье, типа, какой там... Какой коварный план! Да там платье, платье! Да, платье, без платья, без бретель. А смотри, она какие... блондинка и... А что? Вот так вот. Это жестко. Ну что вам не нравится? Извините, это очень пошло. Нравится. Это очень пошло. Да, мне тоже. Это пошло. Подожди, да, я лесну назад. Вот это очень мило и по-детски. А вот это... Моя подруга меня убьет за эту фотку. Нет, если вот тут... Присобачить, да? Да. Отсюда тоже можно присобачить. Тогда да. О, господи. Хотя мне можно два присобачить. А тут можно все пять. Я извиняюсь, а что вы хотите присобачить? Шоколадку. А? Все. Спасибо. Спасибо, спасибо. Разходимся. Подписывайтесь на канал, на мой, на ее и на ее, и не отписывайтесь от нас. Простите нас за это, но я думаю, что у вас тоже есть зашкварные фотки, которые вам стыдно показывать. Ну, надеюсь, по крайней мере. Не надо тут фукать. У всех есть зашкварные фотки. Конечно. Если вам не 8 лет. Ой, знаете, какая у меня фотка есть? Нам с двоюродным братом, за него до сих пор стыдно. У нас есть фотка, где мы спим вместе маленькие, и у него голая задница, я у него под задницей сплю. Нам обоим неловко за эту фотку. И я сейчас заплачу. Я реально в ужасе. Только один вопрос. Я могу вернуть свои деньги? Или они безнадежно потрачены?